Приветствую всех на своем канале, с вами Маркелов Борис. Часто слышу такую фразу: я не умею приглашать. А не вы ли вчера рекламировали своему другу пиво, которое вы купили в магазине «Магнит»? Не вы ли вчера рассказывали своей подруге порошок, который вы купили в супермаркете? Что это не так? Да я больше чем уверен, что не умею приглашать, это только отговорки. Наверное, вам не нужны деньги? Ну, тогда это я понимаю. Можете выключить видео и идти дальше по своим делам. Вы с самого детства занимаетесь только тем, что рекламируете товары. Вспомните себя в детстве. Когда вы выходили во двор, когда вы выходили к своим друзьям, подружкам и рассказывали: смотрите, какой мне бантик мама купила в магазине «Детский мир», смотрите, какую машинку мне купил папа в магазине, там, я не знаю, «Детский мир» тот же самый. И вы шли к своим родителям и говорили: папа, мама, купи мне машинку, как у Димы, купи мне бантик, как у Наташи. Вы не умеете приглашать, вы это делаете с самого детства. Я больше чем уверен, что вы в свое время приглашали своих друзей и до сих пор приглашаете на свои дни рождения. Ну что не так? Вот так же работает и вот так же вот можно приглашать в интернете. Не надо прилагать каких-то сильных усилий. Свою целевую аудиторию вы можете найти где угодно. И не надо говорить себе «нет», пока вам человек не сказал «нет». Почему вы решаете за других? То есть вы вступили в проект, вы начинаете туда приглашать, и заранее вы знаете, что у вас ничего не получится, и заранее вы знаете, что под вас никто не пойдет. Конечно, не пойдет. Поэтому отбросьте все свои страхи, и начинайте приглашать. Никакие сервисы вам не дадут свою целевую аудиторию, кроме вас. Вы только потеряете там свои деньги. Начинайте работать сами. Не надо кормить администраторов, которые вам будут поставлять каких-то непонятных людей. Поэтому задумайтесь об этом еще раз. На этом заканчиваю. Всем привет.